У меня был один из гештальтов по работе с Еленой Яковлевой, там, чьи проекты я смотрел все свое детство. Вот, и когда меня утвердили на роль ее сына в Склифосовском, я такой был внутри, круто! Вот, она приятная, она профи, она прям невероятно талантливая актриса. Я сегодня опухоль мозга нашел одного парня, совершенно случайно. Вечером будет операция в нейрохирургии. Громов обещал меня взять тестировать. Мам, ты меня вообще слушаешь? Да. Хромов хороший хирург, я тебя поздравляю. Дашь мне денег на вечер?